называется крышечка. Не крышечка, а мощность. 21-19, да. Вниз пошло. 13%. Ребят, падает, сейчас вы слабите, короче. Это мощность снижается. Да ты снизу упал. Не до нуля упал. Ну, а что вы сделали? И вот сейчас вот эти сигналы, которые вы видите, второй сигнализации срабатывает. А коньки кое-где не дают. Это работает автоматика. Запускается специальный алгоритм, предназначенный для этого режима. Человек вот в этом случае ничего не делает. Просто контролирует действие автоматики. Перевод реактора в безопасное состояние. Подкрепишься. Волнуется просто, правильно, человек? Нет, тут просто сразу со всех сторон загрузило вам. Там уже воздух просто звонят, выясняют, что случилось.